И снова всем большой привет, мы играем в No Man's Sky и продолжаем строить нашу базу. Я прилетел с планеты Морозной, раздобыл такие кристальчики, сделал стекло. И сейчас мы будем делать биокуполы. Я долго думал, как бы их разместить, чтобы было как-то и эффективно, и прикольно. И пока что мысль только пришла. Я вот здесь строил, смотрите, как у нас тут вырыта почва, интересно. Я вот так кругом делал, но потом я подумал, что два выхода. Хотя у нас, в принципе, всегда будет два выхода. Это тогда, получается, отдельный коридор надо делать, чтобы у нас выход один был. Просто если два выхода, у нас получается, что грядку мы теряем одну. Или две даже. Ну да, одну грядку теряем. Ну так... как бы красиво выглядело, единственное, оно уходило в почву, в принципе, это, как его, водичка там некрасивая. Я думаю, что можно сделать наверху, вот здесь будет прикольно смотреться, поэтому давайте мы так и сделаем. Сейчас мы поставим, можно, конечно, такую штуку поставить одну. Так, и нам надо, знаете, где начинать? А, вот, здесь нельзя. Вот здесь. И здесь сделать лесенку. Здесь сделать лесенку. Давайте я вот эту дверь перенесу, наверное. Вот сюда. Вот. И здесь потом лесенку сделаем наверх. А наверху... можно сделать вот такую штуку и от нее уже вести огороды. У нас раз, два, три. И куда-нибудь четыре. Но. Просто я хотел этого фермера пересадить поближе к огородам. Чтобы сначала фермер шел, а потом уже огороды шли. Ну, либо туда еще одну увеличить. Тогда нам надо... можно отсюда тогда лесенку начать. Вот здесь будет тогда сидеть хрен. Или еще одну сюда поставить. Как вы думаете? Можно сюда, в принципе, впендюрить одну. Тогда, смотрите, я тут открыл вот такой коридор. Он стеклянный, и при этом он не требует стекла. Самое что интересно. Обалденный коридор. Мне очень понравился. Потому что вот это, к примеру, стекло требует, а вот этот нет. Хотя он тоже стеклянный. Так, давай делаем вот такую штуку. Здесь тогда делаем опять. Можно, конечно, круглую сделать. Но мы, наверное, пойдем вот по таким. Вроде как всегда одинаковые. Хопа. Вот у нас еще один пятый модуль. Наверх тогда. А, блин. Когда сделаешь лесенку, пропадает модуль. Я хотел туда впендюрить печку. Ну, либо печку передвинем сюда, этого мужика вот сюда переставим. Ой, точнее... а, все, я понял. Туда печку поставим, а этого мужика мы, который за огород отвечает, сюда передвинем. Тогда. Тогда будет проще. Здесь делаем купола вот такие. Раз, два. Пока это будет так выглядеть. Потом, если будем расширяться, что-нибудь построим по-другому. Так, у нас стекла не хватило. А может здесь вверх пойдем? А вот этот туда убрать? Давай вот, вот этот уберем туда. Чтобы у нас красиво было. А там еще комнату одну сделаем. И туда как раз и этого огородника посадим. Во. Это все уберем сюда. Чтобы у нас законченный дизайн был. Так, и здесь у нас, в принципе, обычный коридор. На соточку, только нифига нету чистого. Пойдем покопаем чистый или грязный. Без разницы.
И нам еще надо на комнату, чтобы было. 350 и 10, 10, 10, 10. Ой, 100, по 100. Короче, 650 надо где-то кобальт у этого. 650 пыли чистой. Там немало, кстати. Ну, короче, как на две комнаты. 600-700 там, без разницы. Потому что нам же еще 4 коридора ставить. Коридор по сотке. Ну и плюс комната 350. Наверх комнату и, может быть, даже вообще наверх пойдем. Можно было ту передвинуть в круглую и наверх круглыми пойти вообще башню делать такую. Блин, слушайте, классно будет, наверное. Можно же башню огромную делать? Никто не сказал, что нельзя. Сейчас попробуем, если это... Да какой? Нет. Мне надо сюда. Так, стак давай. А, он стак в стак, поэтому 250 у нас уже есть. Прицепи. Так, 300 набрали. Вот эту штуку тогда круглую делаем. Она будет лучше смотреться. Делаем ее кругляшком. И будем делать круглую башню себе. Вверх. Вот здесь. Так, а чтобы мне наверх... Так, 300, ну как раз там 300, и у нас еще 50 осталось. Сейчас как раз будет. Разбомбим, пока летел обратно этот самый завод. Но, правда, я там мало себе вытащил, потому что... Когда я летел вверх на второй круг, у нас... Ну, я потерял, короче, этот... Не завод, а склад. Я потерял склад и в итоге унес немного. Так, у нас ровно 300-очка. Загружаем еще сюда. Сюда тоже загрузим. Чтобы у нас было все огонь. Пока плохая погода, погнали мы продадим то, что я набрал. Так, мне, конечно, интересуют вот эти. Где оно? А, они не здесь. Или погоди. Вот она. 4 штуки на 190 тысяч. Продаем вортексы на 64. Продаем. Ну и, в принципе, нормально. Сколько у нас 6 лямов? Так, тут ничего не появилось, когда я перезагружался. И он глючит как-то. Почему-то компонент технологии, он должен нам компонент продавать. А он, смотри, что продает. Он продает совсем другую дичь. Координаты капсулы и так далее. Это все не то, кстати. Он должен эти компоненты продавать для мультитулов и так далее. Вот буря как раз заканчивается, это хорошо. Так, смотрите. Здесь круглую поставили, и здесь будет круглая башня. Но нам надо еще одну круглую поставить. Во. И сделать коридоры. Здесь наверху у нас будет как раз сидеть
хрен, который будет этот самый отвечать за ботанику. А сюда будем... Так, тут везде чистый, поэтому... Погнали еще чистый. Нам нужен 100... Так, 100, 200, 300, 400... 400 этих. 400 чистого. Он хоть один к одному. 400 пыли нам надо набрать. Либо сразу чистый можно искать, конечно. Тогда у нас будет коридор, и сейчас поставим ботанику. Потому что ботаника нам нужна. И плюс поставить надо эту. Передвинем туда самого ботаника наверх, чтобы он поближе к растениям сидел. А туда вместо него поставим эту плавильню. Как раз она рядом с этими плавильными системами. Будет как раз все близко. Там мы будем компоненты соединять. По идее, вроде как можно там какие-то сплавы сделать, более дорогие, и продавать тоже. Нам надо обязательно прокачивать эти наниты, чтобы эсочки себе уже апгрейдженные ставить. Значит, мы отстаем от... Нам нужен, короче, мультитул прокачанный. Так, ну чё, сколько у нас тут? Соточка. И чистого еще 67. Это будет у нас 300. Так, ну потихонечку набираемся. Все булыжники отсюда спилим нахрен. Кончился заряд. Странный какой-то минерал с какими-то желтыми штуками. Такой первый раз вижу. Так, ну как вам такие купола наверху? Ну, мне кажется, оно и не мешает, и в то же время оно как-то смотрится прикольно. Так, ну что? Погнали, мы сделаем себе это чистым. А, и еще я сделал этот, как его, ячейку одну для... Открыл. Пока я был на морозной планете, я нашел капсулу, и хорошо, что у нас было все с собой. Вот это вот. И кобальт. Вот эти штуки очень клево, то, что кобальт дают, и, блин, прикольно. Вот смотри, там одну штучку загружаешь. Одна штучка дает 150. Это очень круто. Со стака там где-то 750, по-моему, получается. И это, во-первых, и выгодно, соточка. 250 это соточка. То есть 2 дают 300. Это 150. Получается, что с этого... Ну, короче, выгодно. Можно торговать. Так, давай сюда тоже загрузим. Второй стак. Ну или немножко. Нам нужны стенки, коридоры. Так, два коридора у нас уже есть. Все, больше тут пока нету. Там он даже вот эта вот штука за раз не обрабатывает.
вот эти кобальты, потому что 750 у нее не влезает просто. Так, давай сделать стенки, коридоры точнее. Прокачал себе еще угловой вот такой коридор прикольный. И он клевый тем, что он соточка, а он со стеклом. Очень даже клевый. Можно, кстати, сэкономить и сделать отдельный вход в каждую. Тогда у нас будет на одну растенеца больше. Ну, такое себе как бы на самом деле. Поэтому мы будем делать обычный коридор. Вот такой. Раз. Два. Три с маригольд. И четыре с. Все, готово. У нас все сделано. Теперь нам надо перенести мужика. Смотри, какой прыгающий. Давай, наверное, сохранимся. Очень клево, что мужиков можно перетаскивать, что они не привязаны к одной точке, и не надо их заново нанимать. Так, здесь у нас ботаник, он нам мешается, в принципе. А, здесь у нас телепорт стоит. Ну ладно, так, ботаник, свались, пожалуйста, отсюда. Так, погнали, я тебе перенесу. Вот сюда можно поставить... А, здесь этот мешаться будет. Плавильню нам надо поставить еще. Так, здесь у нас лесенка. Лесенка. Блин, 5 штук не хватило. Представляешь, какой... Какой печальный... Ситуация... 5 штук не хватило. Так, а здесь что было, нет? Здесь не было. Пойдем поставим лесенку. Вот видишь, получается, как бы здесь запрыгивать неудобно. Здесь я эту подножку ставил, но почему-то она... Подножка сожрала мне эту... Блин, надо еще, короче, сделать... А, погоди, у нас же есть. Давай сделаем себе в каждую эту по двери. И без двери что-то как-то туго. Вот сюда дверь. Больше не хватит. Все, делаем лесенку. Так, на эту штуку сколько надо? Чистый 50. Все, погнали наверх. Вот, здесь сажаем мужика. Чтобы за грядки отвечал. Где-нибудь. Да вот здесь, наверное, пусть и сидит. Так, быстро вышел на работу. Что там у тебя вообще есть по заданию? Так, лучше ему дать заниматься делами. А он у нас, по-моему, что-то по саду-огороду просил сделать. Вернитесь к наблюдателю. А, вот, сельскохозяйственные. Вырастите цветы каприта и соберите у них урожай. Так, нам нужен... Угу. Так, во. Смотри, как смотрится. Во, и повыше. И вот эта водичка здесь плавает клевая. Блин, мне нравится. Смотрите, и самолетик видно. И эти все штуки. Прикольненько. Ставь лайк, если нравится. Мне почему-то вот хочется повыше. Если космос, то повыше. Так, кто там дышит у меня? Так, ну чё? Давай сажать можем что-то прям сразу? Или как это вообще делается, через какую функцию? Через вот эту, наверное.
сад, огород. Во, растения. Так, это у нас каприт. Ого! Он хочет хром-металл. 40 каприта за один цветочек. И вы мне подсказывали, что каприт это вроде как говно этих животных. Поэтому давай сейчас пойдем... Да погоди ты, слезь отсюда нафиг. Соберем какашули. Не, у нас какая-то часть каприта, конечно, есть. Так, нам надо 40 на клумбочку. Получается, что... Так, где-то у нас был каприт. Давай сюда вот, вот это складировать. Кстати, вот эту штуку можно продать. Ну ладно, пусть лежит пока. У нас где-то был каприт. Так, вот, у нас есть 300. Давай пусть будет здесь вот морозная храниться. Это сюда. Сейчас все разберем. Что куда. Так, вот есть тыква. Если что, на будущее тоже чуток. Чтобы сад-огород. Угу. Кстати, у нас был пугний. Серебро отсюда уберу, потому что серебро у нас в другом месте хранится. Ага. Вот это отсюда надо убрать. А то у нас неправильные стаки получаются. Так, и платина. Если где-то платину найдем, то оттуда надо тоже убрать платину. Чтобы все было в одном месте. Серебро. Вот оно где, серебро у нас. Второй стак. Здесь еще и кобальт живет. Кто-то золото видел? По-моему, золото еще где-то я видел. Вот у нас платина. Так, значит, надо платину передвинуть. Страйкс угадывающий, прикинь. И золото надо передвинуть. Я прям мастер угадывать ячейки. Надо было в казино попробовать играть. Никогда не пробовал играть. У меня с интуицией вроде как нормально все. Так, и золото. Прикинь, я даже не запоминал ячейки, просто на глаз. Профессиональная память зрительная. Так. Такой страйк-шулер. Читерит. Давай восстановим себе жизняку. Сохранимся и пойдем сажать каприт. А, погоди, надо животных найти и покормить. А вот те грибы, чем питаются, которые прыгают? У нас тут какие-то чуханы прыгают. Кстати, по-моему, базу можно покрасить. Так, где у нас кто прыгает? А, вот, смотри, какая шмакодявка. Тебя сканировал? Ты какой-то маленький, есть побольше, а ты маленький прям. Так, я тебя могу чем-то накормить, чтобы ты обосрался? Так, что требуется? Что хочешь? А, кобальт хочешь? Ниху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. У тебя аппетит нормальный. Кобальт, прикинь, жрет. Ну правильно, кирпичами срать. Конечно, кобальт надо жрать. Если кобальта нажрешься, то сам будешь капритом срать. Так, погнали. У нас где-то был кобальт, по-моему, такой в обычном виде. В самом, что ни на есть, простом. Или я весь его продал, чтобы у нас... Да, ладно, давай не будем париться, пойдем купим просто. Сколько надо? Ему же не надо много. Соточку сейчас купим. И где-то был кобальт у нас, по-моему, продавали. Вот у нас есть кобальт. Да, сейчас все скупим. Для любимых зверюшек ничего не жалко. Так, где прыгающие чуханы?
Просто мне вот лично пока лень бежать куда-то в пещеру, копать этот гребаный кобальт. Мы сейчас строим базу, и как бы серия не об этом. Кобальт я потом наберу, это не проблема. Так, где прыгал? Где прыгающий? Иди сюда. Куда все животные попрятались? Алло. Или они ночью спят? Куда-то все понакрылись. Кстати, у нас тут медь рядом прям совсем. Это очень клево. Потом ее выкопаю как-нибудь, не на запись. А где у нас? А, вот прыгающий. Ты тоже кобальтом кушаешь? Ты должен меня дружить со мной. Покормить. По идее, он друг, не друг. Давай, кобальт сри. О, он вокруг меня бегает, прикинь. Он реально вокруг меня бегает, круги наворачивает. Ну давай, кобальт, выкакивай. Или это только животных имеется? О, что-то он, по-моему, там насрал. О, красная. Каприт, точнее, каприт. А сколько ты 18 за раз какаешь? Нормально, давай еще. Выращиваем каприт. Нам надо 40 на одну, на один цветочек. У нас есть 200, у нас есть 300. Но нам надо всю поляну, правильно? Прикольно, кстати, сделано. А, надо еще кормить. То есть он за раз... То есть один раз покормил... О, кстати, у нас задание выполнялось. Один раз покормил, получается, он два раза срет. Во как. О, еще один хочет еды. Требуется 10 кобальт. Давай еще. О, смотри-ка, они хитрые такие. То есть один прыгает возле нас, второй такой этот самый увидел. Говорит, я тоже жрать хочу. И прибежал. Не, прикольно сделано. То, что они как бы социальные получаются. Ты что, вы куда меня, пацаны? Я не хочу. Куда вы меня ведете? Я не хочу. Хорош. Так, еще один нагадился. По идее, они еще два раза должны быть. По два раза. Больше кормить не буду. 17-18 за раз, короче, получается. Смотри, какой хитрый. Он меня теперь толкает, мол, корми еще. О, деловой. Так, еще один должен обосраться. Вот. И по идее все, они дальше со мной не дружат. Хотя, может, еще будут. Ну-ка, давай не будем кормить, посмотрим, будут еще. А, нет, смотри, убежал, убежал. Один раз кормишь, два раза гадят, и дальше убегает. А вот этот еще прилип пока. Сейчас посмотрим, может, он еще что нагадит. Ну, то, что они понимают... Нет, все, убежал. То есть я запомнил, как скрипт работает. Один раз кормишь, 18, это сколько у нас получается? Ну, такое себе. 34-33 каприта за одну малявку. То есть эквивалент получается 10 кобальта, это примерно 34 каприта. Даже на цветочек не хватит. Вот это я уж понимаю, база какая-то такая уже похожа на базу. Хоть что-то. Пойдем посадим. И, кстати, нам надо хром-металл, но он, по-моему, у нас с собой. Поэтому не страшно. Кстати, надо лампочек поставить, чтобы у нас тут света была, а то я без света прям играть не могу. Я люблю, когда со светой. Так, давай здесь прям капритом зафигачимся. Так, ботаника. Сажать цветочек. А потом, наверное, у нас, видите, получается, что пока мы выучили только один рецепт, и у нас больше ничего мы не сажать не умеем. Так. Че, я посадил уже? А, вот. Посадил, 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 засадил. Все. Одной штучки не хватило. И раз, два, три, четыре, пять можно еще посадить. Пойдем еще одного покормим. И, блин, у нас, правда, не хватит. Надо сколько получается кормить-то? Вон они прыгают. Пойдем еще с ними дружить. Так, шмакодявка, ну-ка, погоди. На, ну это маленький, это, наверное, мало срет. Побольше.
Там где-то большой был. Он должен нагадить так соточку. Стак сразу стаками гадить. Ну, я так думаю, чем больше животное, тем больше, по идее, говна оно выделяет. Ой, вообще и смех, и грех. Так, сколько ты насрал? Ну-ка, погоди. Покажи. Пятнадцать. Ну я же говорю, он мало гадит. Тот по 18 срал. Пятьдесят четыре. Нам на один хватит. Так, и надо его сразу кормить. Иначе он от нас отвянет. Сейчас полиция доебется, что я к мелким пристаю. Так, погоди, а где твоя какашка? Алло. Куда она провалилась? Что за баг? Что за глюк? Где каприт? Так, здесь вижу, а здесь? Нормально, все законно. Все законно, отвали. У нас бартер. Он мне каприт, я его кормлю. Пристал, блин. Блин, а где я? Кто-нибудь видит? Где еще котях? Удобрение еще. Это ж, по идее, удобрение. Так, вот еще зафигачил. Так, итого. На два цветочка. Ну, такое себе. Надо хотя бы 4. А, он больше есть не хочет. Ну чё, где каприт-то? Под землю провалился, прикинь. Восстановим все, что сломал. Так, ну чё, где твои? Ты работу свою выполняй, а то застрелю. Ну давай. Я его прод... А, во, нормально. Все, все, покормить теперь хочется. Сколько у нас? Соточка. Ну ладно, пойдем. Пойдем со мной. А он за мной бегает? А, нет, он сейчас убежит уже. Эх. Такая марсианская фигня. Так, тихо, я за цветочками. Надо, кстати, их собирать в одно время, чтобы, наверное... Там сажать ровненько. И, кстати, нам должны дать задание потом сразу. Так, вот здесь у меня получается нету. Так, еще одну хотя бы. Все-таки надо было его покормить. Иначе у нас неровно по каприту. Нам нужно сделать, чтобы всяких цветов... Я не знаю, хватит у нас на все про все это. Вот этих биокуполов. Но надо, чтобы на каждый цветочек по куполу. Тогда у нас будет... Ну, потом, конечно, пересадить можно. А очень было бы неплохо, если бы у нас бы рос натрий, к примеру. Мы бы это самое... Или углерод. Мы бы вообще не парились. Так, вот этот побольше. Ну-ка, ты, наверное, гадишь, там вообще огонь. Смотри, какой. Так, ты не приставай со своими замашками-то. Нет, нет, я по-нормальному, по девочкам. А ты какой-то этот, неправильный. Я просто, чтобы ты нагадил. Не надо ко мне приставать со своими наклонностями извращенскими. Отстань.
Так, сколько ты сделал свое дело? Сколько штук? Ну-ка, считаем. 18. Вот это поинтересней. Можно того еще найти. Сейчас быстренько накопим. Ну-ка, иди сюда. Стоять, полиция. А, 16 кобальта он хочет уже. А, смотри, у него глаза есть. Кстати. Да, у него глаза есть, глаза, руки. Так, где второй? Точнее, где третий? Во, тусовка. Тусовка, смотри, тусовка. А мы можем вообще команду собрать? Так. А еще ништяк. Ну-ка, дети, дети за мной. Дети домой. Дети капритом быстро гадить. Так, сколько у нас набрали? О, еще на два. А нам надо на три. В принципе, еще две штучки и хватит. Ну, пусть, наверное, в запасе будет. Ну, по идее, нам хватает. Еще пять штук остается. Больше кормить не буду. Вот сколько дадут, столько дадут. Потом они убегать должны. Так, один хочет кушать. Один свалил. Второй сейчас тоже, по идее, свалит. Все. Все, погнали. У нас, в принципе, хватает на три. Надо вот таких больших кормить, они выгоднее. Поэтому очень даже клево, что мы здесь со зверюшками. Хотя можно и других зверюшек приручать. Они же все одинаково дают, правильно? Это как бы первый, получается, наш цветочек. Первая растенница. Вообще очень странно, как можно покормить кобальтом, нагадить кирпичом и вырасти цветок. Очень-очень непонятная система, но ладно, я не буду спорить. Разработчик прав, конечно же. Так, раз. Сюда мы не будем сажать, а вот здесь, я думаю, надо посадить. Два. Три. Все, у нас как раз больше не хватает, но у нас полностью сад-огород на весь каприт. Все, ребят, я на этом серию заканчиваю. В следующей серии я подожду, пока вырастет вот эти цветочки. Сдадим задание, хотя, может быть, оно уже сда... это... Да, оно уже завершилось. И в следующей серии мы уже продолжим. Все, приходи на следующую серию, всех жду, пока-пока.